Хорошие. Доброй ночи, я в Варшаве. Я думаю, нам стоит принять факт, что до февраля месяца мои видео будут подвержены релокации. На самом деле, в этом городе сейчас находится часть моей работы, поэтому в ближайшие 2 месяца я живу на 2 города. Сейчас я приехала на интересную презентацию ювелирного бренда, которая пройдет завтра, поэтому просто пожелаю вам приятного просмотра. Пока у меня сохнут волосы, сделаю вам небольшой рум-тур. Очень симпатичная душевая. Я здесь уже навела свои порядки. Кстати, лучшее, что случалось с моими губами. Здесь расположилась моя верхняя одежда и сам номер. Очень красочная стена, видимо, чтобы не скучно жилось. Не знаю, почему ее нельзя было сделать белой либо же бежевой. Мне кажется, так бы все выглядело намного лаконичней. Почему-то мне дали номер с 2 кроватями, хотя я выбирала 1 большую. Но зато каждый день у меня есть выбор, на какой из них спать. Одни плюсы. И мой сарказм. Письменный стол, зеркало, какое-то творчество, артхаус и вид из окна. Это самый центр Варшавы. Как-то так. Маски доктор Джарт — это тоже моя находка, и за счет того, что сейчас у меня очень много поездок, это то, что буквально спасает мою кожу. Особенно вот это. Для меня остается загадка, как девушки могут выглядеть привлекательно в масках для лица, потому что я в основном похожа на какую-то лягушку. Возвращаемся. Презентация начинается в 3. Успеваем. В последнее время я также стала подводить каял. Я не знаю, почему я делала это раньше. Это так здорово выделяет взгляд. И мой любимый карандаш для губ от Maybelline в 8-м оттенке. Я сейчас планирую свое время в приложении «Календарь». Очень мне нравится, как оно оформлено, очень удобно в использовании. И я заметила, когда у тебя есть такой четкий план на день, на неделю, когда ты не держишь все это в голове, ты чувствуешь себя намного расслабленней. Не секрет, что каждый из нас ежедневно использует различные сайты и приложения, где не последнюю роль играет интерфейс. UX, UI-дизайнер — это человек, который делает сайты и приложения максимально удобными и эстетичными. Учитывая, что мы все переходим в онлайн, востребованность на эту профессию очень и очень высокая. А обучиться этой профессии рекомендую в онлайн-школе дизайна Contented на курсе UX UI Designer с нуля до про. Обучение в среднем занимает 6-10 часов в неделю. Подстроить занятия вы можете под свой личный график, и, что немаловажно, вы изучите базу и инструменты для работы на продвинутом уровне, соберете портфолио с 12 работ и сможете делать так уже во время обучения. А еще пройдете онлайн-практику в креативном агентстве Red Cats и станете перспективным кандидатом на найм. Карьерный центр поможет с трудоустройством, причем
чем брать первые заказы, вы сможете уже с 4 месяца обучения. Если успеть купить курс в декабре, он обойдется вам вдвое дешевле. По промокоду Локтионова будет скидка в 50%. Кстати, оплатить его можно сейчас, а начать обучение уже в новом году. А еще при покупке курса в декабре вас ждут два подарка. Курс английского языка для дизайнеров и книга про дизайн на выбор из подборки Contented. Я выбрала вот такое платье. Что-то абсолютно новое для меня и для моего стиля. Криптовалют. Попыталась найти пятый камень, но секрет был в том, что его нужно было создать. Кто хотел бы бриллиант? Выше руку. Молодцы. Получите. Каждый хотел бы мне отжимать процент. Чем выше. Я не испытываю каких-то особо теплых чувств к ювелирным изделиям, и по сей день это воспринимается мною как просто маленькое украшение. В общем, это не имеет для меня какой-то ценности. Но сегодня был настолько теплый и прекрасный вечер, столько интересных людей я встретила, что это кольцо, оно будет для меня значимым. Сейчас я быстро переодеваюсь, и мы идем на ужин. Также мне нужно сегодня пойти в торговый центр, потому что на днях у меня будет интересная съемка, и мне нужно подобрать образы для нее. Я довольна, я сама не знаю чего. Просто очень много хороших эмоций внутри. Как это? Хорошо. Оно какое-то суховато. Сейчас вам покажу, повар. Мне нужен серум. Неа. Почему? У меня, кстати, Victoria's Secret почему-то ассоциируется с этапом, когда мне было лет 13. Оплатим мою услугу? А, хорошо. Любые реакции, даже те, которые нам кажутся негативными, это защитный механизм организма. Эволюционно в нас было заложено реагировать на стресс. То, что вы сейчас чувствуете, нормально. Это физиологическое состояние. С ним не нужно бороться. Но нельзя дать ему овладеть вами. Каждый раз открываю какие-то новые ощущения. Пару дней назад я виделась с родителями, и мы как-то заболтались с папой, и у нас зашел разговор про медитации. Если что, раньше я практиковала их чуть ли не каждый день. Это был такой своеобразный ритуал. Но последние полгода это все как-то стало уходить на второй план. И я заметила, что когда ты только начинаешь практиковать медитации, ты не чувствуешь по факту никакого эффекта, никакого результата. Но результат очень сильно чувствуется, когда ты прекращаешь это делать. Очень сильно. Что в целом представляет собой медитация? Это работа над вашими мыслями. Это очень и очень глубокое погружение в себя, во внутреннюю сосредоточенность. Я часто встречала медитации, допустим, на YouTube, где автор говорит, если вы уснете, ничего страшного не произойдет, все окей. Но истинный эффект от этого процесса вы получаете только, когда вы внутренне пересиливаете себя, когда вы учитесь не обращать внимания на то, что вас отвлекает в процессе. Потому что, правда, когда вы сидите просто 20 минут и проводите эту внутреннюю работу, это не так-то просто, как кажется на первый взгляд. Поэтому сейчас 20 минут перед сном
Какой бы уставшей я ни была, я должна это сделать. И я знаю, что я потом буду себе за это благодарна. Добрых снов!